Русские белые куры широко распространены в частных хозяйствах и на птицефабриках. Порода неприхотлива к кормам, нетребовательна к содержанию, имеет хорошую продуктивность. Русские белые – наиболее распространенная в СНГ порода кур несуши. Ее еще называют белоснежкой. Порода официально признана в 1953 году. В основе породы – петухи леггарн и местные куры. Целью выведения было получение кур с высокой яйценоскостью и крупными яйцами. Порода входит в пятерку популярнейших кур в России. Имеет крупное тело и белоснежный окрас оперения. Яйценоскость кур – 200 яиц в год, иногда 250-300, весом 55 граммов. С возрастом число яиц снижается, но растет их вес до 65 грамм. Созревают куры в 5 месяцев. На мясо порода не используется. Петух весит 2,5 килограмма, курица – 1,8 кг. Выживаемость молодняка 96%. Русские белые подходят начинающим фермерам. Зимуют в неотапливаемом курятнике, но страдают от сквозняков. Температура не должна опускаться ниже 0 градусов. Для утепления применяется подстилка из сена, соломы или опилок, которая регулярно обновляется. Внутри создают насесты, поилки, кормушки и гнезда. Летом куры много времени проводят на выгуле в просторном вольере. В курятнике должна быть свежая вода. На дачных участках породу выращивают в клетках. Преимущество подобного содержания – это экономия на кормах и несложный уход. Нужно только следить за температурой, влажностью и санитарным состоянием. Необходимая влажность 70%, температура плюс 25 градусов. При низких температурах снижается яйценоскость. При жаре теряется аппетит, продуктивность также снижается. Цыплят в еде не ограничивают, кормят трижды в день. Через 2 месяца рацион урезают, но добавляют белок и кальций, дают комби-корма, рыбную муку и простоквашу. Летом преобладает трава и сочная корма, зимой – мешанки из корнеплодов, овощей и картофеля. Куры – плохие наседки, и нужен инкубатор или наседки другой породы. На одного петуха приходится 7-10 кур. Русская белая имеет крепкий иммунитет, нетребовательна к содержанию и кормам, невосприимчива к неоплазии. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.